вышел. Так раньше, так разве празднуют день рождения? Давайте все сначала. Все как в прошлом году. В прошлом году встретились с четвертой попытки. Надеюсь, сейчас со второй у нас все получится. С днем рождения, Энгельс! Вот это другое дело. Ну, на самом деле, мне очень приятно здесь с вами находиться. У нас в преддверии дня рождения нашего любимого города Энгельса, где, кстати, я тоже родился, вырос и работаю, проходят не районов. И уже второй год подряд мне очень отрадно находиться здесь вместе с вами и видеть таких активных, таких задорных, спортивных молодых людей, которые прославляют любимый город, любимый район своими поступками, своими подвигами, в том числе спортивными достижениями. У вас замечательное спортивное ядро. Мы здесь тоже с Гребцами проводили очень много спортивных мероприятий, тренировались. Я помню, самые для меня запоминающиеся соревнования были соревнования по стрельбе, которые проходили в тире. Я от души вас поздравляю с наступающим днем рождения, днем города. Всем желаю от души спортивного крепкого здоровья, больших, просто огромных побед и в жизни, и в спорте. Берегите себя, берегите близких и своих детей. Спасибо, Сергей Владимирович. Спасибо, Сергей Валерьевич.